А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти подписаться на канал The Medieval Studio. Здесь вы сможете найти качественные обзоры модов, и также в ближайшее время тут будет проводиться конкурс с хорошими призами. Поэтому, если вы не хотите его пропустить, заходите на его канал и ждите конкурса, ссылочка в описании, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашей летней авантюры, где мы продолжаем играть на сервере, в принципе, потому что этот сезон находится на сервере, и что мы будем делать? Искать ананасик! Он спамится на земле. Мне уже потом указывали, что вот, Эдисон, ты пропустил ананас, он заспавнился, ты мимо него там ходил, но ты его не заметил. Я потом посмотрел, и я действительно его не заметил. А он был где-то тут рядом. Да, в принципе, у нас тут есть же вроде тайга, поэтому почему бы нам туда сразу не пойти? Она же вроде вот тут, в принципе, рядом с нашим домом, можно сказать. Ой. Нам просто нужно отсюда спуститься. И сейчас мы попытаемся найти ананасики вот тут. Если мы тут их не найдем, ну, я не знаю тогда. Побежим тогда в другую тайгу, там, где мы их нашли, но я их не заметил. И я их... Опа. И я их пропустил, да? То я вот этой хрени вообще никогда не пользуюсь. Опа. Ладно. Ищем ананасики, ребята. Нет, это не ананасик. Ух ты, нифига себе, сколько там... Сколько там? Уху-ху-ху-ху. Ну ладно, вот эти натуру можно поубивать, они такие, ну, не очень, да? Они сосут, ребята, в смысле сосут жизни. Они высасывают из нас в себя жизнь. Так, ананасик. Ты где? А мы где? Ага. Ладно, тогда лучше не туда, куда-то вот сюда. 70, вот так, сейв, бум-бум, сюда, да, замечательно, опа, будем пытаться найти тут какие-то, ну, в принципе, почему какие-то, нам нужно только один ананас, то есть больше нам даже не нужно будет, опа, чей-то домик, чей-то портальчик, ребята, заходите, играйте на этом сервере, в принципе, ну, конечно, не все же могут сюда зайти, потому что сервер все-таки платный, но я никого не заставляю. То есть, знаете, много есть людей, которые просто-напросто очень неадекватно реагируют. То есть, фу, Эдисон там ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, продался в какой-то степени, делает платные сервера. Не может своим подписчикам сделать бесплатный сервер. Еще там, что там кто-то говорил. Если я захочу, то я пойду в интернет и найду вот такую сборку. Зачем я буду играть на твоем сервере? В принципе, по сути, играть на моем сервере не нужно для того, чтобы поиграть на этой сборке, а чтобы поиграть со мной. То есть я никого не заставляю, я вам не кричу, покупайте пропуск или вы там, ну, дебил, покупай пропуск или я не знаю что. Я так, ребята, не говорю, я говорю, кто хочет, пускай покупает, пускай со мной играет. Я никого не заставляю, поэтому не нужно на меня тоже орать. А сервер платный, потому что, ну, в принципе, как-то нужно содержать сервера. Сервера же не бесплатные, ребята, вы не думайте, что там весь донат, это все идет хоть куда. Но, в принципе, за этот весь донат рассчитывается за сервера, то есть сервера же все платные, поэтому, ребята, не нужно кричать. Это во-первых. А во-вторых, так, сейчас, дайте я пока что... Опа, дождик пошел, а дождик я не хочу. Плюс он шуметь будет. Ну, давайте, я не знаю, честное слово, я не знаю. Давайте вот сюда пойдем. Так, сейчас. Вот сюда, да? Вот. Поэтому, ребята, честное слово, я никого не заставляю. Опачки, мы что, еще данж какой-то нашли? Поэтому, ребята, кто хочет, играйте, кто хочет, не играйте. А сервер платный только потому, что если бы он был бесплатный, то за мной бы тут бегал сейчас... Вот сейчас не был бы сервер пустой, а когда заполненный, то бегал бы там за мной 1-2 человека. И то они не бегают, потому что сервер без гриферса, без ничего. А, этот данж уже давным-давно облутали. Этот сервер без гриферства, без матов, без всего другого. И почему он без гриферства, без матов? Потому что он платный, ребят. А если бы он был бесплатный, тут бы гриферство было на каждом шагу. Тут бы люди матерились, играли,
обзывали друг друга, это одно. А второе, когда бы я тут играл, то за мной бы бегало 20-30 человек, и что бы вы думаете, что бы я смог сделать? Смог бы я срубить дерево? Или смог бы я там пойти еще куда-то, еще что-то сделать? Или смог бы я спокойно в какой-то портал зайти и пойти убить босса и собрать тот лут, который бы дропнулся с босса? Конечно бы я не смог, потому что за мной бы бегало 50 человек, которые бы мне не помогали, которые бы меня убивали, ребята. То есть, ага, вот Эдисон, а пойду по приколу его забью, да? Пум. И что бы мне нужно было бы делать? Целую серию бегать с включенным гейммодом или с включенным бессмертием, чтобы меня никто не мог трогать? Это тоже бред, ребята. Поэтому я говорю тем, кто на меня орет, что вот фу, платный сервер, бла-бла-бла-бла-бла и всякое такое. Знаете что? Ладно, пока уже мы тут, то знаете что? Если мы сейчас не найдем ананасик тут, если мы не найдем ананасик в тайге, то мы еще пойдем, попытаемся его найти в этом, как его, в равнине, да, потому что мне говорили, что он вроде и в равнине так нормально спамится. Поэтому, ух ты, поэтому если что, ребята, то мы сможем еще пойти в равнину и в равнине его тоже попытаться найти. Так, я выключил шейдеры, вроде выключал, но они что-то нифига не выключились. В предыдущей серии я действительно потом вы мне показывали, что мол я вот там пропустил, вот там я ананас пропустил, там я ананас пропустил. Я смотрел, он реально был на каждом шагу практически. Вот сейчас, когда мы его ищем, его нигде нету. Ну, в принципе, как всегда, да, можно сказать. Так, опа. Сосунок пришел в прямом смысле, да, сосуночек. Тогда, когда мы ищем, тогда его никогда нету. А тогда, когда мы его ищем, но как бы не обращаем внимания, тогда он на каждом шагу, но мы его просто-напросто не замечаем. Это прикол очень большой. Опа. Паучина, ты прям сумасшедший, честно. Это тебе не ванильный Майнкрафт, чтобы просто так на нас бежать, да, и пытаться нас убить. Да, в принципе, в ванильном Майнкрафте паук вряд ли сможет тебя когда-то убить. Там нужно или крипер в засаде, или там... Хрен его знает, или куча мобов, но точно, что один паук тебя не убьет, даже если ты будешь голый, без пушек, без брони, мне так кажется. Нету ананасиков, ребята, к сожалению, нету ананасиков. Так, ладно, удалим, пойдем домой, выспимся, потому что лучше все-таки... ходить днем и пытаться что-то найти, чем ходить ночью и ни хрена не находить, и во-вторых, мы ничего не видим. Ох, еще говорили, на равнинах он спамится. Ну, опа, знаете что, давайте-ка я домой, не домой, а на спам пойду. Разгриферили ли тут что-то еще или нет? Ну, вроде нет, вроде нет. Это что от игрока? Это нам, типа? Ну, ладно. Опа, нифига себе. Не знаю. Ну да ладно, ничего мы трогать не будем. Уфу-фу-фу-фу-фу-фу. Вот наш портал, кто не видел. P1, ой, варп P1. Вот он, портальчик. Вот это можно уже включать. И пойдем мы на какие-то. Ну давайте пойдемте куда-то вот сюда. Потому что, ой, нужно. Вот сюда. Нужно попробовать найти ананасик. Как я понимаю, это будет сложно. Капут как сложно. Я не знаю, ребята, давайте поищем. В этой серии мы посвящаем поиски ананасику. Если мы его найдем, будет очень круто. Если не найдем, то я не знаю. Это не ананасик. Я знаю, как вылить ананасик. Но мне сказали, что он спамится. То есть он спамится в равнине и в тайге. В тайге я знаю, в тайге я видел уже. После серии, что там, мы пропустили кучу ананасиков. Опа. Ух ты, ни хрена себе. Вот эти лаги, знаете, иногда просто убивают. Офигеть, они так отбрасываются, что это с ума можно сойти. Так. Ну, вроде все. Вроде ничего больше не упустили. Кнокбэк. Ага, лук. Я не знаю. Wind sprinting, higher wind sprinting, and lava. Так, ну, я не знаю. Давайте вот это изучим. Все-таки на 20%, да, нужно. Ну, в смысле, на 25% максимум уровень, да? Там, конечно, не будет так, как в луке, что на все там стоп... Опачки-попачки.
Ага, чу-чу-чу, нет, не стыбзишь ты наш ананасик, мы его долго искали. Так, Pineapple Cubes. Сейчас. А нет, тогда я не в курсе. Ребята, ладно, так, сейчас. Тропик, вот он. Ладно. Pineapple plant. А как нам сделать вот это pineapple plant, я не имею представления. А хрен его знает, честно. Хрен его знает. Тро вот сюда. Ну ладно. Это все понятно. Ну, то есть, смотрите, ананасик мы нашли. А как сделать, чтобы был ананасик, а чтобы не были его вот эти, да, семена? Может, хотя, в принципе, как? Если мы его опять будем выращивать, то в чем прикол? Потому что если мы его опять вырастим, то он опять так заспамится, и как его тогда собирать? А ну, дайте-ка я сейчас разберусь. Секундочку, ребята. Я не знаю, честно. Как вот эту хрень сажать? Ну вот, еще один. Ладно, давайте, мы подходим. А в чем прикол? А может, может я полностью его срубил и как бы полностью выпал? А может я полностью его срубил и полностью выпал ананасик? То есть выпали его вот эти фигни, а у меня опять карта пропала. Нет, ребят, я не знаю, честно, как, почему у меня карта вот эта пропадает. Не говорите, что забиндена на какую-то клавишу, которую я использую. Нет, ребята. Я даже смотрел в настройках, нету никакой вообще такой клавиши нету, чтобы выключать карту. Вообще ее как бы не существует. Поэтому, по сути, клавишу никак нельзя выключить. Не клавишу, а карту никак нельзя выключить. Поэтому, ребята, я не имею представления. Куда она пропадает? Вот я нажимаю на различные клавиши. Не, ребят, я не знаю, честно. Я не знаю, куда она пропадает. Все, что помогает сделать, когда она пропадает, это перезайти. Но перезайти не с сервера на сервер, а полностью выйти с майна, зайти заново и перезайти. Только тогда она появляется. Я не знаю, ребята. Это, в принципе, вы мне тоже вряд ли сможете подсказать, что делать, потому что вы тоже, наверное, не будете в курсе, потому что это, наверное, какой-то баг сервера или еще что-то. Я до сих пор не понимаю, что это за хрень с этими ананасами. То есть, смотрите, были 4 куста ананаса. Мы их срубили с 4 кустов ананаса или со скольких там. Нам выпало 5 семен, да? Семен. Что это вообще за слово? 5 семен. Семен! Семён, ты что тут делаешь? Почему я сказал Семён? Семья ананас. Семён, охренеть. Как вообще мне это в голову пришло сказать Семён? Семья ананаса выпала, да? И 5 семья ананаса выпало. Потом мы нашли еще один ананас. Также, точно так же взяли его, срубили. Но с того ананаса уже выпал полностью сам ананас. То есть, может, какой-то процент есть, что выпадут семя, или что выпадет полностью ананас. Или это какой-то другой ананас был. Честно, ребята, я не могу знать. Я не хочу разбираться в этой хрени, потому что вы видите, что они толком вот этот... Ну, не знаю, что они хотели сделать, но оно так работает. Как-то непонятно. Что нам нужно? Ананасик есть. Что нам нужно взять? Вспоминайте. Нам нужно бамбук найти. Бамбук нашли. Нам нужно шерсть. Что еще нам нужно? Ананас, кокос. Нам нужен кокос, ребята. Где у нас кокосик? Вот кокосик. Фух, так. Крафтим вот это. Замечательно. Сейчас вот это и вот это. Вашу мать, что я опять не так сделал? Ага, ну, ясно. Пропади вот эта фиготень. О, что я себе выдал?
Я случайно, ребят, видите, то есть я случайно нажал на... Я выкинул, хоть это я и не алмаз себе выдал, а фигню какую-то, ну, все же, чтобы потом не говорили, что читер или все такое. Куда я выкинул... Сейчас. Так, ладно, тут нет. Тут тоже нет. Значит, тут должно быть. Ага, вот. Так. Это сюда. Сейчас уже закат, а может мы успеем? Может мы успеем? Вряд ли, конечно. Вряд ли, конечно. Охренеть. Да, нет, уже не успеем, уже никак не успеем. Эту фиготин же нужно вроде покрасить, что ли, потому что видите, что она не работает. Не знаю, мне кажется, наверное, покрасить нужно. Ладно, давайте идем поспим. А может даже до конца серии, потому что нам еще нужно будет сделать вот эту лежачок вот этот. Вряд ли мы успеем, но все же, давайте посмотрим. Так, как делается лежачок? Лежачок вроде делается так, как я его пытался сделать. Но там может что-то замудренное, тропи, вот так. Ага. Чер. Вот, да, угадал. Ага, бамбустик нам нужен. А бамбустик как у нас делается? Ну, в принципе, наверное, как обычные палочки, как думаете? Вот так, да. Один сюда, один сюда. Один сюда, три сюда. Да, вот так у нас делается. Замечательно, замечательно. Ставим под лавочку, под деревко. Давайте это сломаем. Как это? Вот. Потому что как-то оно поставилось где-то сюда. Да вашу мать, да я ставлю на один блок, он ставится на 30 блоков дальше. И все, и все. Ждем заката. Ждем заката, потому что мы уже сможем пойти в Тропикрафт. Я не знаю, сможем ли мы пойти в этой серии, как вы видите, может у нас не получится. Но если в этой серии не пойдем, пойдем в следующей серии. Но зато мы уже нашли ананасик, ребята. И зато мы уже сделали все, что нам нужно. Так. Точно, пока я не забыл, пока я не забыл, у меня есть золото, я добыл золото. Золото, 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 пока я не добыл, не забыл, так, сейчас. Пока я не забыл. Это все нужно разру... Вот, у меня что-то залагало, я прям напугался. Вот, замечательно. Да, в принципе, да, ух, сейчас мы сделаем алмазные печки, сейчас мы алмазные печки сделаем. Семён, ты как? Семён, ты за? Семён, охренеть, я до сих пор в шоке, что это за слово я придумал, Семён. Это, в принципе, имя, да, я назвал, типа, семена, много Семён, Семён, охренеть. Ладно. Нахрен его знает, то есть много нам вроде не нужно. Это сюда, это сюда, это... Ага, это как-то по-другому делается. А как это делается? Кто-то мне подскажет? Ага, стекло нам нужно. Ну, стекло... Стекло не убежит, то есть сейчас. Давайте... Ой, так. Это сюда... Да вашу мать, что ты мне мозги пудришь? Это... Да твою нафиг, я в клавишах запутался. Быстренько, 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 быстренько. Потому что мы к... За... Чаргер. Мы к закату должны вот это все успеть сделать, чтобы на закате мы смогли пойти. Мы смогли пойти, ребята. Может, хватит лагать? Я не представляю, почему такие лаги жуткие. Хрен его знает. Ладно. Так, мне кажется, этого хватит. 20. Ну, мне кажется, хватит, как думаете? Так. Фу, домой. Быстренько накопали, быстренько убежали. Так, это ставим. Ставим сюда, ставим сюда. Пускай это все жарится. Дальше, 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 дальше. Пока я не забыл. Пускай это пережарится, а мы это все хотя не поскладываем, потому что места тут нету, к сожалению. Вот тут есть. Это можно все пока что поскладывать. Это тоже можно все пока что поскладывать. Это тоже. Тоже, тоже. Так. Зачем я вот этот складываю? Потому что я вот сейчас разрушу вот это, и тут выпадет куча всего, как вы видите. Нам эта куча в данный момент не нужна, поэтому я ее буду сюда складывать. А зачем я это делаю? Потому что... Сейчас, давайте сначала сделаем... Потому что мы и сундуки будем делать. Алмазные. Вот. А алмазные сундуки как делаются? Вроде так же. Чест, вот. Чест, где он? Ага.
Да, он также делается. 6, еще 12, еще 12. Да вот это фиготень. Вот так пускай будет. Да, в принципе, пускай это все. Нам и так. Хотя стекла, я не знаю, нужны ли нам. Дальше. Быстренько, 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 быстренько. Как это делается? Вот так. Да, замечательно. Ага. Ну, у нас там печка же жарится. Давайте ее быстренько добудем. Вот так. Это уже можно поставить. И вот так. В принципе, у нас... Хотя, сейчас. Она быстрая уже, как вы видите. Она уже очень там летает, можно сказать. Опа, опа, опа. Опа. Опа, вот так. Замечательно. Сколько нам, нужно? Еще две. Ух ты, нифига себе, она быстрая. Вот, все. Замечательно. Эту печку мы ставим сюда, потом в дом занесем, если что. И сундучки. Сундучки как у нас делаются? Где наши сундучки? Где наши сундучки, нафиг? Сундучки, вы тут? Они, может, меня в инвентаре, я просто слепой и не вижу. Но вроде нет. Вот, подняли. Так. Делаем быстренько. Делаем быстренько, в принципе, так же, как и печки, да. Это сюда. Два сундучка. Это сюда. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Это сюда, это сюда. И вот так. И сразу два алмазных сундука. Сейчас хочу посмотреть, насколько они будут вместительны. Так. Это будет нормально, ребята. Все, все, все. Мы, в принципе, весь свой дроп можем сложить только в один сундук. Давайте мы, наверное, это и сделаем. Так, выложим сейчас то, что нам нафиг не нужно. Это нам не нужно, это нам не нужно, не нужно, не нужно, не нужно, не нужно. Не нужно, 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 не нужно. Вот, вроде так. Офигеть. А давайте мы все переложим в один сундук. Потому что зачем у нас будет много сундуков, да? Так, это быстренько можно вот так и, в принципе, вот так. Зачем нам куча сундуков, если мы вот это все можем сложить только в один сундук, да? Так, дальше. Дальше, 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 дальше. Да, в принципе, вот тут все можно. Вот так все. Замечательно. Это тоже мы забираем. Это тоже мы забираем быстренько. Складываем дальше. Это все, это все. Тут уже ничего. И вот так. И, в принципе, ну да, конечно, сундук не бесконечный. Уже, можно сказать, кончился. Но у нас еще один такой же сундук есть, большой. Так, это мы тоже забираем. Да, в принципе, половина вещей вот тут можно выкинуть, честно. Так, это нужно забрать. Потому что они нам, ну, сейчас не нужны, можно и так сказать. И все, это можно забирать. Зачем нам, если у нас такие большие сундуки есть? Фу, ну, конечно, хрен тут что-то можно найти будет. Это все отсортировать. Вот так. Все. А печки, не печки, а... Это выкладываем. Да, замечательно, это нам нужно. И да, вот. Сейчас это можно сюда положить, это можно сюда положить. Это можно сюда положить. Вот так, отсортировать. Две вещи какие-то забрать. Положить сюда. Отсортировать, готово. Фу. Когда ночь? Уже сейчас будет ночь. Может, мы еще даже успеем в Тропикрафт, в мир Тропикрафта пойти. Но мне кажется, было бы круто, если бы я перезашел. Но пока я буду перезаходить, уже ночь наступит. Потому что это же сервер, тут и без меня ночь наступит. Поэтому, мне кажется, лучше пока что не перезаходить. Ладно, ждем. Алмазик еще нужно выложить, точно. Почему я за алмазами бегаю, я не представляю. Ну, будем ждать. Будем ждать. Я надеюсь, не будет никаких багов в этом тропе-мире, тропикрафте, в мире тропиков. Потому что если будет, будет очень хреново. Дайте-ка я что-то. Гейммод. Я не читерю. Я просто беру и выкидываю сундучки. Удаляю, точнее. Фу, ждем. Ждем. Приготавливаем. Нужно сесть, да, будет? О, о, ух ты, мы прям, ребята, какие-то... Мы прям сидим вот так. Там сзади наша собачка. Опа, вот так смотрим на нее. Типа мы ее не палим. Типа мы ее не палим, но так подглядываем. А что она там делает? Ну, будем ждать. Будем ждать, будем ждать, будем ждать. Нам ничего сейчас не остается делать, как просто-напросто ждать.
А вот это было бы тоже круто. Увеличить, точнее уменьшает урон от падения. Нормально, мне кажется. Можно падать так. Ну, не прям там с хрен его знает какой высоты, но все же. Главное выпить в точное время этот портал. Потому что если ты выпиваешь не в точное время, то у тебя профукается вот этот коктейль, и нужно будет делать, ну, как бы нужно еще будет коктейль делать, потому что это ты выпил уже, даже если не в верное время. Так, вот. Ну, ждем. Я надеюсь, сейчас уже можно пойти. Я не хочу останавливать, на паузу ставить, потому что уже практически сейчас у нас будет закат, он уже происходит, но я боюсь неправильное время выпить. То есть, когда наступит ночь, объявляется в чат. Нужно до того времени выпить. До того, как объявится в чат, что ночь. Я боюсь пока что. Я пока что боюсь, ребята. Вроде уже можно, но стрёмно. Давайте еще немного подождем. Был бы у нас где-то время написано, да? Ох, палильщики, нафиг. Я боюсь. Может уже? О! Да! Да! Вовремя выпили. Так, ладно. Как потом домой возвращаться, ребята? Просто в портал прыгнуть? Или как? Ладно, пошел в мир Тропикрафта, но не знаю... Ух ты, нифига себе. Но не знаю, как потом домой возвращаться. А что самое главное, мы заспамились где-то нахрен посередине океана. Опа. Мы заспамились где-то... О, нифига себе. На корабле. И что самое главное, я даже не вижу, где тут есть вообще земля. Тут она вообще есть где-то. Земля? Ау. Хрен его знает. Да, если нет, то это очень круто. Ладно. Что нам тут напишем? Напишет page not found, бамбу. Ага, это ингредиенты. Ага, угу. Ну все, больше нам тут ничего не пишет. Я не знаю, ребята. А как домой возвращаться? То есть, честно, я не в курсе. Я не в курсе, как домой возвращаться. Напишите мне, пожалуйста. Потому что я не знаю. Ну хоть убейте, я не знаю. Я как бы, знаете, пришел сюда. Вот. Опа. Я пришел сюда, но я не имею понятия, как потом нам домой возвращаться. Хоть мы вроде какой-то сундучок тут нашли. Да вашу мать. Ну, вот этот смарт-мувинг хоть вроде на... Да вашу мать, ребята, я с этим смарт-мувингом не могу вылезти. Вот, сейчас могу. Так. Ага. Воздух. И потопали вот туда. Фу. Сейчас можно уже будет, в принципе, заканчивать. Потому что, ну, уже нужно заканчивать, можно и так сказать. Но я не вижу, где тут берег есть. Вот, в принципе, по сути, тут бы можно было сделать... 75. Вот тут сейф. На всякий случай, что у нас тут портал, да? О, земля. Давайте как раз туда прибежим. Я надеюсь, там будет какой-то большой остров. Если бы у нас еще карта нафиг работала, я бы еще быстрее нашел какую-то землю, но мы так и так ее нашли. Я не знаю, что делать в Тропикрафте, честное слово. Потому что я никогда не играл, я никогда тут не был, и я вообще не знаю, что тут делать. Марни. Здрасте. Здрасте, Ипокедова, да? Напишите, как выбраться с Тропикрафта. Может точно так же... Сейчас. Может точно так же... То есть... Стандартно сделать себе... коктейльчик, и с помощью коктейльчика обратно через портал ночью на закате выбраться, или просто выпить коктейль, и он как бы сам выберется. Я не знаю, честно, ребята. Поэтому я у вас как бы и спрашиваю помощь, да? Ага, крутая земля. Это все? Это вся земля? Да. Это вся земля, которую мы нашли. Мы застряли в Тропикрафте, как по мере хотя бы. Я не думаю, что намного серий. Если вы мне, конечно, поможете и напишите, как отсюда выбраться, я буду рад. Потому что я не знаю, ребята.
А если мы просто домой тпхнемся? Может, оно и тпхнет, конечно, но мы же не зря сюда приходили, да, то есть, может, домой оно нас и тпхнет, но какой смысл? Да вашу мать, идите в жопу эти мушки нафиг. В жизни достающие, а в игре еще достающие. Ну понятно, то есть будем, наверное, в следующей серии искать какие-то острова. Карта уже, наверное, будет работать, если она вообще работает в Тропикрафте. И плюс к тому мы, наверное, сделаем себе лодочку и куда-то поплывем. На этом, ребята, мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, не забываем ставить лайки. 500 серий, выходит новая серия, не забываем. Оставляем свои комментарии, вот честно, я читаю каждый ваш комментарий. Я также буду рад, если вы его оставите, я постараюсь ответить на каждый из них. Опачки-попачки, тропи-скелетон. А давайте мы его запинаем, потому что... Опа. Что-то, что выпало, ну, стандартно. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу банду крутых перцев. Что от вас требуется? Просто на меня подписаться, вы автоматически станете одним нашим новым компаньоном, потому что мы большая дружная семья. И, ребята, еще раз всем спасибо за просмотр, напишите, как выбраться с Тропикрафта. И, в принципе, в чем суть Тропикрафта. Ну ладно, мы сюда попали, тропики, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, все круто, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Есть ли тут данжи, мобы, какие-то задания? Потому что книжечку, может, нам какую-то и дали, но... На вашу мать, игуан, я думаю, что меня фигачит. Вот эти мушки в лицо прям нафиг. Так, это, ну, я не знаю, может, это нужно. Все же, ребята, на этом мы будем уже заканчивать. Еще раз скажу, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.